by one of the programmers of Blacknet Film Festival. We will have the international premiere of an incredible film, Sofiachka, tonight here at Blacknet Film Festival that is competing in the debuts competition. And with me is an incredible director, Kira Kovalenko, so we'll have a couple of questions to her. You have studied together with the great master Alexander Sokurov. How was it? How much it has influenced you? Влияние было, но это гуманитарное влияние, литература, искусство. Мы очень мало знали, и он нас погрузил во всю сферу искусства, многие двери открыл и показал нам. Sofiachka is a very wonderful movie. It can be interpreted in many different ways. So what it is for you? What it means for you personally? Софичка – замечательный фильм, который может быть интерпретирован во многих по-разному. Какой, что это за фильм для тебя? Ну, для меня этот фильм, он открыл для меня значение борьбы. У героини своеобразная борьба с жизнью и смирение. У меня интересный процесс был во время создания этого фильма. И, ну, конечно, тот монтаж, который я использую, и это и есть своего рода высказывание, потому что моменты, когда соединяется несколько времен, меня они очень волнуют. You have chosen to tell the story in two different times, and I find this idea very beautiful. It helps the film a lot and it gives it an extra dimension. Was this something that you had from the very beginning, this idea? У тебя очень интересное решение в картине, которое использует смесь времени и таким образом создается дополнительное пространство. Это идея была изначально или это как вышло? К этой идее я пришла уже после того, как был отснят материал, потому что, когда материал снят, он уже о многом говорит. Но эта идея не нова, это чаще всего использовалось в литературе, Прустом, Фолкнером. Поэтому я не могу сказать, что это лично мое. Ну, мне помогли великие. I love the lead cast in the film. Did you look long time for the right woman, the one who would be fragile and very strong at the same time? Мне очень понравилась главная героиня. Как долго проходил кастинг, и ты искала девушку, которая может быть с одной стороны хрупкая, с другой очень мужественная? На самом деле мы нашли девушку задолго до кастинга в интернете. Мы с ней договорились, что она придет на кастинг. Долго отсматривали, искали какие-то еще возможные варианты, но остановились на ней. Ну, потому что она как личность своеобразна, она вроде хрупкая, но в жизни она добивается всего. What was the hardest thing about making this film? Что было самое сложное в съемках этого фильма, в создании этого фильма? Один из актеров, который у нас уже начал сниматься, это один из главных актеров. Во время съемочного периода, когда уже мы отсняли какой-то материал, случилось так, что в одно утро он не приехал на съемки. И мне звонили с полиции. Его, в общем, посадили на некоторое время за хулиганство, и мне пришлось заменить актера. Конечно, это был стресс прямо на площадке. And I think it's a good moment to ask, do you already have ideas for a next film? I know you're still starting with the festivals and everything, but what's ticking in your head? Я думаю, что это самый правильный момент задать этот вопрос. А какие у тебя планы на будущее? Что ты хочешь в будущем сделать? Я сейчас заканчиваю сценарий, который мне очень греет душу, который я очень хочу снять, но история тоже происходит на Кавказе. Но это уже совсем другая история, мужская. Про силу, про власть и про семейные отношения.
And how has been your few days here and stay in Tallinn? What do you think, how the audiences will, how they accept your film? Какое тебе впечатление от Эстонии, от Таллина? Как ты думаешь, как публика примет фильм сегодня? Ну, от Таллина у меня потрясающие просто впечатления. Я не могу насытиться, особенно старым городом. Мне хочется там быть постоянно. Вот. А по поводу того, как примет, я не знаю, это мои первые зрители. Конечно, я очень волнуюсь, это волнительно. Но я переживаю, кто его знает, может быть, фильм вообще не понравится. And you are competing against quite many good films. Will you see them? Have you chosen some that you want to see? What the other young filmmakers have done for their first films? Ты конкурируешь в этом конкурсе с многими другими фильмами. Ты посмотрела какие-то или планируешь посмотреть фильмы конкурентов? Я очень хочу посмотреть. Надо посмотреть, как получится с графиком. Но не в качестве того, кто мои конкуренты, а потому что мне просто интересно, что делают молодые режиссеры. It's absolute pleasure to have you. We love your film, and we hope that this premiere will go down well. I really hope that there's more movies coming from you, and we can have you back in Tallinn for sure.